Всем привет! Снова мы приехали на охоту. Место опять же новое. Ух, проблемка только одна. Я тут немножко травмировался. Я тут на ноге один палец стал синий и большой. Кульгаю немного. Нельзя мне сегодня по таким ходить. Ой-ой-ой-ой-ой! Где этот палец сегодня? Добью. Сегодня днем походил немного. Немного ушибся ногу. Ходить толком не могу. Кульгаю. Попробовал походить по куропатке. 500 метров прошел, вернулся. Сегодня никак. Поэтому решил выехать на ночную охоту. Не куропаток, так вредителей постреляю. Поеду охотиться на лис. Посмотрим, что получится. Попробую найти немного. Поля немножко уже кукурузу эту местами убрали. Они должны быть видны. Надо с одной стороны помогать куропаткам, чтобы на них охотиться. Надо отстреливать лис. Все, едем, там посмотрим, что получится. Кто-то бегает. Заяц или лис. Может, конечно, и кот. Ух ты, уходит так как. Наверное, лис. Вау-вау-вау. Дорожки, конечно. Сейчас остановлюсь, посмотрю. Уже на зайца больше похож. Да, заяц. Thank you.
машину. Лис задремал. Третий лис на этом поле. Я дурею, откуда тут какие куропатки будут? Надо ехать пристреливать. Что-то хрень какая-то. Пошли к лису. Вот он где спал. Блядь, куда ему первым зайти? Ух ты! Развернуло тебя. Со второго выстрела что-то такое происходит. Надо ехать срочно в тир пристреливать опять. Все, ножки влетают сразу. Ну что, охота на лис оказалась успешнее, чем днем на куропаток. По первому, правда, промазал. Там что-то чуть больше за сотню вроде было. Надо будет ехать еще пристреливать, что-то пока непонятное. А второго нашел здесь, спящего. Я долго не мог понять, что это такое. Это мне казалось вообще башка большая. Я уже думал, может, волк какой-то забрел. Подошел бы ближе, подкрался, он начал что-то поднимать голову, что-то уже видно.
услышал. Ветер хорошо оттуда, от него был. И тогда я его уже и хлопнул. Но тоже вторым выстрелом почему-то. Надо обязательно срочно ехать пристрелить, смотреть, что у меня тут. Ну да, ладно. Главное, результат. Лис есть. Это уже... Какой здесь? Это второй, наверное, на этом же поле. А, третий даже. Один еще пошел, там я его заснимал тоже. Один ушел просто далеко. По второму стрелял, ушел. И вот третий, это буквально на одном поле. Какие тут куропатки. Надо по-любому ехать отстреливать лис. Иначе куропаток нам не видать. Так, ладно, охота уже успешная. Одного лиса застрелил. Спас кучу куропаток. Фух, ну, еще не вечер. Едем дальше. О, кто-то два сидит. Ну, это 99%, что зайцы. Но надо проверить. Всё, зайцы пускай гуляют. Что-то зачехляться, что ли, уже надо. Ты как так-то? Или они там падают? Пойду посмотрю, не могу понять. Вроде ж нормально прицеливался. Что за хрень? Почему не падает? Так, он на свет и немножко левее. Вот он туда бежал, бежал, а там пропал. Или просто в траву зашел. Или упал. Есть надежда. Вон он. Так он живой, здоровый, наверное. Или нет, покажи. Все-таки погляжу, что там, трава или что, он так пропадает. Он не убегает. Может, зря карабина не взял, а?
лег, что ли, все-таки? Есть! Вот он доходит. Долбаная оболочка. Блин, не взял карабина. Да, оболочка — это не охотничий вариант. Тема, я убегаю, черт знает куда, непонятно, попал ты, не попал. Может, и по первому попал. Так, ладно. Что мы имеем? Вот второй лис. И вот он какой. Вот почему их стараюсь не брать, даже и руками не дотрагиваться. О. То ли лишай, то ли хрен пойми, что у него тут. Лысый какой-то наполовину. Короче, еще какого-то заразного изничтожил. Очень я сегодня неплохо поохотился на лис. Ну что, на сегодня все. Будем закругляться. Охота, я считаю, удалась. Два точно изъял. Отсюда, с одного поля. Здесь их... Здесь и какое-то море. Откуда их столько взялось? На одного выводок, может, и не один. Я не знаю, это те же, не те же. Я сюда ехал, здесь два штуки было. Один далеко пошел, по второму я стрелял. Он пошел. Второго нашел спящего. Подкрался к нему. Он уже голову поднял, я его хлопнул. И вот опять же, еще один, он тоже меня увидел, уже от меня уходил. Я вот не знаю, последнего записал или нет. На прицел. Но он уже уходил от меня, я ему тоже там гавкнул. Он остановился, я его хлоп, и он пошел. Как и первый самый. Ну, я за ним следил в прицел. Не выскочил он с прицела, сделал как раз это освещение большое. Там, ну, можно уже, можно. Короче, видел я его. Я его провожал. Он шел, и потом пропал. И непонятно, то ли в траву ушел, ну, далеко ушел. Я, честно говоря, особо и не надеялся, но думаю, пройду, все равно посмотрю. А вдруг? И вот шел с тепликом, вижу, что-то светится. Глаза сразу фонарем увидел. Тепликом туда что-то есть. Ближе подхожу. Лежит, но еще не готов, доходит. Вот они, пуля оболочки. Сейчас стреляю оболочкой. Тулама. Что привезли опять же. Ну, оболочка, конечно, это на это не охотничий патрон. Не то. Может, и первому попал, не знаю. Вроде целился нормально у всех. Я уже думал, надо ехать перестрелить, что происходит. Вроде целюсь хорошо, а они убегаются. И этот вот убежал практически, оказывается. Никуда они не убегают, просто они бегают и падают. Когда уже не вижу. Первый, не знаю, я его тоже провожал. Он кусты пошел. Ну все, думаю, пошел, да и пошел. Значит, промазал. А вот за этим прошелся. Оказывается, не промазал. Все четко, как целился в середину. Там и есть. Короче, перестреливать не нужно. Но патрончики, конечно, не охотничий вариант. Ладно, в любом случае, охота успешная. Два лиса за одну ночь — это очень хорошо. Здесь вот куропатки всегда были. Не знаю, как в этом году будут, не будут. Кукурузу уберут. Потом посмотрим, пройдемся мы с Бриком. Если они здесь есть, то я им сейчас очень хорошо помог. Два лиса истребил, возможно, даже и три. Это очень серьезная помощь куропаткам. Поэтому мы на них еще поохотимся. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня спать. Потом нога пройдет, пойдем дальше охотиться на куропаток.